не жалейте монет! Сегодня в нашей программе горячая любовь, холодная ревность, призраки прошлого и прочие страшные истории! История, о которой мы хотим вам рассказать, и которая приключилась в этом восточном городе в конце прошлого столетия, не такая уж страшная. Но герой нашего фильма Багдасар... Минуточку, он должен быть здесь. Багдасар. Ага, вот он. Да, так вот, Багдасар полагает, что история, приключившаяся с ним, беспрецедентна. Не похожа ни на одну другую. Но что с ним не так-то легко справиться. И что он все сумеет поставить на свои места. Господин Багдасар. Сердис набако сиромеч гертаорнигу. Поскольку мы не собираемся ничего от вас скрывать, скажем сразу, что причиной всех бед Багдасара является вот это. Саломе, если можно так выразиться, верная служанка причины, наперстница причины, и поэтому в некоторой степени тоже причина. Боже, я опоздал. Встреча. Любовник и обманутый муж. Интересно. Простите, господин Кипар, что попросил вас прийти сюда. Я вызвал вас как верного друга. Речь идет о семейной тайне. Послушайте, поскольку вы человек светский и вращаетесь в обществе, вы сможете мне дать добрый совет. Вы сами понимаете, об этом никто не должен знать.
кроме нас с вами. Дело в том, что у моей жены есть любовник. Что? У нее есть любовник. У нее есть любовник. Быть не может. Мадам Ануш! Потише, нас могут услышать. Только этого не хватало. Я ошарашен. Я убит. Я спокойнее, даже... дорогой. А вы уверены? К сожалению, уверен. Ах, Господи, умоляю вас, какое не волнуйтесь! Какой порочный мир! Уходи! Видишь, человек расстроен! И как давно это? По-моему, месяц или два. У меня такое долго тянуться не может. Я человек с острым глазом, это каждый знает. Два месяца, значит? Да. И кто этот негодяй? Вот! И я хочу знать, кто этот прохвост. Это змея, которая вползла в мой дом и разрушила мой семейный очаг. И вы должны это выяснить. Постойте. Вы же знаете, экипаж, что в нашем доме вас любят и уважают. Отправляйтесь к моей супруге. Не беспокойтесь. И осторожно выведайте у нее, кто этот мерзавец. Я бегу. Побежал. Этот человек для меня готов на все. Такого благородства в наше время не встретишь. Славный, доброе и золотое сердце. Утешан мастик, его насур, ок тече инчкала. Уре очерцах и сферваре ур, инчкала тогала. В этом городе все относительно. Что есть добро, что зло. То, что ясно, то подозрительно. То, что темно, светло. Не шат еркар, из керкары карч, ека чермак шатце. Ов керта ехет, ов керта арач, те тукр на кысек. Инче суд ефчи, что в кысе има, инчен паст евме. Янк ов мартик, зыкере суни, наят инче бе. Инче суд ефчи, что в кысе има, инчен паст евме. Gehetzig, jef kam auf der Gip, adal ich bis zu seh. Owe megavor, jef kam auf am Mech, otsch wokr na össel. Inche sud jef, gisch doch gesehima, inche nfast jef mev. Janke owe martig, stuike suni, na jat inche bet. Inche sud jef, gisch doch gesehima, inche nfast jef mev. Ինչ կլա հենտ կամի հարև կելույս սերև իշե։ Հրաժեշտ ուտա տեղ ու կապարով ուն ախոր ես աշխար։ Ինչ են սուտ եվ ճիշտով կսե հիմա, ինչ են հաս եվ մեր։ Կյանք ով արդիկ զույք երես ունի, նայատ ինչ է բետ։ Ինչ են սուտ եվ ճիշտով կսե հիմա, ինչ են հաս եվ մեր։ Здравствуйте, я адвокат Оксен. Я приглашен, впустите меня. Сегодня мы не принимаем. А жаль, вы просто очаровательны. А вас этого не скажешь. Что? Уберите копыта. О, какая ножка. Здравствуйте.
меня приглашаете, а служанки велите меня не пускать. Ой, извините, забыл. Что забыли? Забыл сказать. Что забыли сказать? Кого пускать? Кого пускать? Ну, кого пускать сюда, а кого нет? Кого не надо, того выпускайте, а кого надо, того нет. Я адвокат, известный законник и правовед, втоптан в грязь. Я оскорблен, я унижен. Извините. За оскорбление? Я требую сатисфакции. В таких случаях я беру 50 золотых. Но вам я могу уступить 20 с вас и 20 с вашей служанки. Ради бога, извините. Ах, зачем бы я стал вас оскорблять? Ведь 20 золотых на улице не валяются. Чтобы вам обоим провалиться. Ого, очень кстати. Я еще не обедал. Салфетку. Пожалуйста. Ну что ж, приступим. Как эта женщина вошла в вашу жизнь? Попал я как-то с друзьями в театр. Понес меня туда, черт. Показалась она мне в этот вечер такой красивой, такой благородной, такой кроткой. Выгоню я эту женщину из дома. Переломаю ей все кости этой безнравственной, этой бессовестной потаскухи. Я вам не советую, друг мой, называть свою жену потаскухой и прочими оскорбительными словами. До решения суда она благородная, всеми уважаемая дама. А? Благородная? Да. Но позвольте. Что? Я же сам видел, как она выходила из дома свиданий. Важно вот что узнать. Когда она вошла в дом свиданий, дверь была заперта или отворена? Что вы меня спрашиваете? Я же пришел позже. Господин Аксен. Прошу не мешать. Эврика, теперь я понимаю, что это значит. Нашел. Кого нашел? Обстоятельства нашел. Не подслушивай. Что? Я не вам. Убирайся отсюда! Нигде от них покоя нет! Кого нашли? Я нашел смягчающее вину обстоятельства, которые, учитывая презумпцию невиновности, могут привести к неожиданным выводам. Хватит. Поговорим в другом месте. Идите сюда. Ага. Так вот, значит, слова непонятные. Пошли. Ага. По-французски «circonstance atténuante». Никак не пойму, о каком смягчении вы толкуете. По-итальянски это «circostanzo adiuvando». Итальянскому не обучен. По-алманский «мелтроникрунт». А нельзя ли проще? По-гречески «лафрантики перестасис». А, «перестасис» где-то слышал, только не знаю, что это значит. По-английски «circostanzo adiuvando». А по-армянски как это будет? А, по-армянски. По-армянски смягчающее вину обстоятельства – это такие обстоятельства, которые сглаживают, смягчают и вообще. А что тут смягчать и сглаживать? Нам надо все-таки выяснить, дорогой клиент, что привело вашу супругу в дом свиданий. Злой умысел или добрые намерения? От этого, друг мой, как-никак зависит степень ее вины. Позвольте, по-моему, в дом свиданий все приходят с одной и той же целью. Но, господин Багдасар, следуйте за мной и, пожалуйста, не отвлекайте меня. Прошу. Итак, признайтесь, с добрыми намерениями она пошла туда? Бог с вами.
Обманывать мужа с добрыми намерениями? Что за глупость? Я своими руками задушу того осла, который придумал эти самые смягчающие вину... Обстоятельства? Обстоятельства. Очень вам благодарен. Так вот, что такое жена? Личная собственность своего мужа, это во-первых, а во-вторых, я уничтожу ее. Уничтожить ее вы всегда успеете. Дайте закону разобраться. Надо просить людей, навести справки. Юриспруденция в наше время шагнула так далеко вперед, что может с легкостью всем доказать, что ваша супруга совершила великий подвиг. Подвиг во имя прогресса. Или, скажем, просвещение. А также в пользу сирот, инвалидов, пристрелых и прочих страждущих. И тогда о вашей супруге напишут в газетах. Дети будут преподносить ей цветы. Аплодисменты, ликования, возгласы восторга, потому что отказ от личных интересов во имя общества – большая заслуга. Но главное, чтобы ее возлюбленный не оказался каким-нибудь уродом или немощным и дряхлым старцем. В таком случае ее вина гораздо тяжелее, потому что пойдут разговоры, был бы хоть молод, красивый, а то на него прямо противно смотреть. Господин Багдасар. Господин Багдасар, вы слышите меня? Багдасар, минци багдикасен, эруен кука имцер. Жить как надо, понимаю, затаскаю по судам, не спущу в большом и малом. Провести себя не дам. Обмануть меня непросто. Я не так уж неуклюж. Всем переломаю кости. Багдасар, он грозный муж. Баба. Я не потерплю этих издевательств. Издевательств? Я требую развода и немедленно. Тебе понадобился адвокат. Честную женщину хочешь ославить на весь город. Тебе дорога твоя честь, а моей чести ты подумал? Не представляла себе, что ты будешь таким неблагодарным. Сколько я для тебя сделала, можно сказать, жизни не пожалела. Я вела тебя в хорошее общество, танцевать научила. Вспомни, каким ты был, даже здороваться с людьми не умел. Это я выбросила твои широкие шаровары, твое пальто до пят. А теперь, когда ты стал человеком, я в твоих глазах стала самая бессовестная, самая безнравственная жена. Черта с два. Господин Багдасар, вы меня слышите, господин Багдасар? Это я, Кипар, ваш друг. А? Кипар, слава богу. Успокойтесь, дорогой, не отчаивайтесь. Я все улажу.
А, здравствуйте, Кипар. Я был бы счастлив, если бы мне удалось восстановить мир в вашем доме и примирить вас с супругой. Примирение исключено. Да-да, прошу вас, даже не пытайтесь. Виновная должна быть наказана. Правильно, я тоже говорю, виновный должен быть наказан. Такие казусы в семье обычная вещь. Вы должны быть выше этого. Она мне противнее сатаны. Он убил во мне самые лучшие чувства. Ему нужна не жена, а рабыня. Ладно, допустим, что у меня есть любовь. Допустим, я сказала. Но разве можно из-за этого поднимать такой крик, вызывать адвоката и говорить господину Кипару о своей жене такие пакости? Надо было поговорить с женой. Тихо и спокойно. Во всем разобраться. Не выходя из себя. Если у нее завелся любовник. Слегка пожурить. Чтобы не завелся второй. А может быть и третий. Надо быть снисходительным к женским слабостям. Потому что женщина... Это слабое создание. Да, мы такие страдалицы, беспомощные. Поэтому их надо щадить, ибо для мужчины они составляют смысл жизни. Но господин Багдасар никого не щадит. Он совсем... Обезумел. Бегает по судам. Лишается аппетита и сна. Убивается, плачет. Расстраивается. Горюет. Болеет. Тоскует, с ума сходит. Себя не жалеет. И может под конец... Умереть. Я не из тех мужей, что прощают. Кипар, идите, мой дорогой. Идите, смотрите, не ушибитесь, смотрите, осторожно. Вы узнали имя того негодяя? Я попытался, но она не говорит. Будьте рядом с ней, она проговорится. Я всегда здесь. Он мне за все ответит. Еще бы. Восточный пляж. Это театр и базар, карнавал и баня. Здесь можно всласть пожариться на солнце, услышать и сообщить последние городские новости, а также за чашкой турецкого кофе полюбоваться природой. Любовью мир прекрасней, солнце луч светлей. Чем любовь для нас опасней, тем она сильней. Սրդիս նավը սիրոմ մեջ գերտավոր մի բույս. Սիրտս երբնեդ եմ ձողում մեջ գայրիցով մի սկույս. Սիրեգանե ո շատ պանգե, լավն է եվ սիրում, իսկերի գմեց դանջանք է,
bet ke voch me gun samer zoba me gnenje se nar kun gera hat ni sera in kinie hat zer nicht gela hat zer nicht gela Здравствуйте. Здравствуйте. Дяденька, дайте курочку. Дяденька, пожалуйста, курочку, дай маменька. Дяденька, ну пожалуйста. Весьма неосмотрительно, мадам, появляетесь на людях в преддверии суда с субъектом, способным вас скомпрометировать в глазах благопристойного общества. Пусти. Вместо поисков средств оправдания вы еще усложняете свое положение. Это очень неосмотрительно. Ей не в чем оправдываться, так как нет состава преступления. Не надо спокойно. Его трогать. Эта женщина не ваша надо. Жертва, и вас бы следовало наказать просто как стражи. И я не вас прошу, оставьте нас, господин адвокат. Оставьте нас. Не надо меня щекотать. Не могу вам доверить, уважаемая мадам Ануш. Может умереть. Я представляю интересы вашего мужа. Я вы умоляю, тише. Знаем эти ваши конфиденциальные разговоры. В настоящее время жена моего клиента поступает в мое полное распоряжение. А я как защитник чести этой семьи не допущу такого произвола. Волк защищает овечку. Берегитесь, я вас проучу. Добрый день, господин Баграсов. Я как хотел вы с вами посоветоваться насчет моего дела. А мне сказали, что вы загораете на солнышке. Оставьте этот меня. Человек, не надо, а помните, не ручай. Что вы делали? Могли взять другого. Кипар, возьмите сюда в руки. В голове не юридические вопросы, а совсем другое. Он все-таки представитель закона. Я его привлеку. Успокойтесь, господин Аксель. Это мой близкий друг Кипар. А вы оставьте нас наедине. Что вы вмешиваетесь? Оставьте, я говорю. Правда, что вы вмешиваетесь? Мы с ним поссоримся, мы и помиримся. Вообще, ну при чем тут вы? Вы мне доверили ваше дело? Доверил. Так, а жену? А? Жену? Угу. Да. Ага, так предоставьте мне действовать по своему усмотрению. Господин Эй, Аксен. Молодой человек! Господин... Кипар! Успокойтесь. Кипар! Господин Аксен. Ничего, ничего. Будешь уважать адвокатов. Я тебя все равно найду. А вы что хотите? Неудобно, люди слышат. Ничего, еще все впереди. Господин Аксель. Этот мальчишка сказал, что мне нельзя доверить, мадам Ануш. Он просто погорячился. Мне, адвокату Аксену, нельзя доверить, мадам Ануш, когда для меня все женщины только объект для исследований. Встаньте! Что вы сказали? Встаньте! Разбойник, гадина! Ах, негодяй! Ну, подожди. Я тебе господин Аксен, успокойтесь, устрою. Господин адвокат. Скажите лучше, вы узнали что-нибудь новое? Да, узнал. Я узнал, что любовник вашей жены этот негодяй Кипар. Прекрасный человек. Прекрасный? С этого прекрасного человека надо шкуру содрать. Кипара? Да. Ладно, ладно. Сейчас я хочу поговорить с вами о причитающемся мне гонораре, поскольку в нашем адвокатском сословии принято получать его в три приема, а именно 50, 100 и 150 золотых. На такие деньги можно три раза жениться. Да, но имейте в виду, что так называемые предварительные процедуры мне понадобится некоторая сумма. Постойте, вы сказали кипар? Или мне это просто послышалось? Я сказал кип, а потом ар, вместе кипар. Вы принимаете мои условия? Первый взнос делается до предварительных процедур. Второй взнос, когда дело поступает в суд. Третий взнос объединяет первый и второй взносы. А четвертый взнос будет наградой за мои старания, поскольку я работаю не ради наживы, Кипа. А исключительно из человеколюбия и обостренного чувства справедливости. Кипар! Кипар! Ага! Ага! Ловелас сбежал!
должен вам заметить, что наши судебные процедуры отличаются некоторой продолжительностью. Сначала прошение попадает к председателю, он направляет его в инициативную инстанцию. Оттуда оно попадает в комплексную комиссию, а затем его передают в редакционный подотдел, который пересылает его в национальную комиссию для создания... Из отдела в подотдел, из комиссии в подкомиссию, из одного кабинета в другой, и ваше прошение возвращается туда, откуда начало свой путь. В доме этом каждый хочет получить сполна, забывая, что на свете есть на все цена. В этом городе люди поют и танцуют, едят и бреются, ссорятся и мирятся, совершают полезные и бесполезные дела. Они мусорят и убирают. И если убирают не весь мусор мира, то хотя бы тот, что валяется под ногами. Эти люди все время что-то запутывают и распутывают. Тысячи проектов витают у них в голове. Реальных и фантастических, наивных и хитрых, грубых и тонких, хороших и плохих. Есть свои проекты и у Кипара. Внимание, проект номер один. О, буано, сэра Бальтасара. Сеньор Капито Итальяно. Я не понимаю, что вы говорите, я армянин. Отставьте меня в покое. Что вы хотите? Отстаньте от меня. Иди, иди. Куда идти? Что вам надо? Что? Это вы сейчас узнаете, уважаемый господин Багдасар. Если бы не мои национальные чувства, я бы не помешал этим молодцам расправиться с вами. Вы, говорят, разводитесь с женой. Какое вам дело? А это не хочешь? Вот видел, если разведешься с женой, у тебя вместо носа останется гладкое место. Понял? Точно. Понял, конечно. Пошли. На.
Из-за моей жены целый международный скандал. Что вам угодно? Здравствуйте. Видите ли, моя жена в нарушении своего супружеского долга... Вы мне... что, хотите нападать? Боже упаси, защищаться! Ой. Нет, нападать. Защищаться. Я понял. 100 золотых я беру за защиту и 200 за нападение. После этого вы станете настоящим мужчиной. Посмотрите на них. Это все обманутые мужья. Не только. Перед вами чудо 19 века. Это подлинные борцы, гладиаторы. Не бей! Жалко! Идите сюда, сюда. Следующее представление должно состояться завтра утром. Здорово! Внимание! Слушайте. Проект номер 2. И дороже. Эй, Амбакун, куда вы этих детей несете? Багдасару домой. Это что, все дети Багдасара? Да. Этот из Марселя, этот российский, а этот из Трапезунда. Ну и Багдасар, молодец, кто бы мог подумать, а? Вот кто не теряется. Какой бриткий мужчина, а? Живет господин Багдасар? Да, здесь. Слава богу, доставили груз. Какой груз? Вот, ваших детишек. Какие красивые мальчики, да хранит их бог. Счастливый человек их отец. Это что, ваши? Нет, господин Багдасар, ваши. Этот из Марселя, этот российский, а этот из Трапезунда. Вы что, с ума сошли? Нет у меня детей! Заберите их! О, нет, останьтесь! Пусть моя хозяйка увидит, с кем она живет! Бедная моя госпожа! Вы друг друга стоите! Как не стыдно подбрасывать людям детей! Совсем совесть потеряли! Развратник! А нам-то что? Нам сказали, мы пришли. Нам их дали, принесли. Екацек, еберацек, Берберацы, а воев там, Инчка сацен, чиш парацен, Искерганка ура пеша. Мерботкера буде мазен, Мерботкера шат палацен, Атботкера фелом сацен, Мекафе. Мерботкера, уже пацан,
to call me Zibidi Hargek Hargen Hargvin for me Shala Hargen Gete Merkota Zala Hokche Du Kalizu Shiva Tse Zimen Kui Sartar Uis Meguta Yesur Vargiti Katrel Yerkat Mish Alamur Datel Haylakor Haylkuta Tse Судьи мы законы знаем, все дела мы разбираем и вершим свой неподкупный суд. Sura Cheruning Mezi et Mishtuning Madian is Olde Mebere Gudan Adyan Kashkadin Meng Asazgin Amar Harga Sha Mechunik Manap Miyay Unning Manchengine Asan Panes Как видите, правосудие здесь выступает в трех лицах. Начинается. Слушается дело господина Багдасара. Это там. Ну, наконец-то. Суд, как вы знаете, бывает небесный и земной. В этом прекрасном городе есть и третья разновидность суда. Суд, так сказать, кочующий, работающий на дому. Какому из трех отдать предпочтение, когда речь идет о выяснении истины и наказании порока, трудно сказать. Вы уж не обижайтесь, уважаемый коллега, да? Но вы говорите глупости. Где это видано, чтобы персики запивали белым вином? Тогда для чего же существует красное? Невежество, дорогой коллега. Даже дети знают, что красным вином запивают яблоки. Извините, пожалуйста, а вы знаете, каким вином запивали Адам и Ева яблоко в раю? И знать не хочу. У каждого яблока, господа, есть свой вкус. Меня удивляет ваше легкомысленное отношение к столь серьезному вопросу. Запомните, белое вино с персиками, красное вино с яблоками. Нет, красное вино с персиками, а белое вино с яблоками. Не упрямьтесь. Имейте в виду, вы подрываете своими спорами авторитет высокого суда. Вы меня звали, господа? Согласно принятому нами правилу, присутствие адвоката на бракоразводном процессе запрещено. Меня уже нет. Ухожу. Вы меня звали, господа? Господин адвокат, мы заняты делом, и нас нельзя все время отвлекать разными пустяками. Я вас оштрафую за неуважение к суду. Мы представители закона. Мы представители закона. Мы вершители судеб. Мы вершители судеб! Так что передайте своему клиенту, что здесь не шуточки шутят, а разбирают важный вопрос. Понял. А ваше присутствие, как вам было объявлено, нежелательно. Ха! Я ухожу! Меня нет! Ха! Потом! Ха! Угощайтесь! Вы хорошо выучили свой урок? Повторяю весь день. Эти крючкотворы могут вас запутать, заманить в ловушку. Вы должны отвечать им только теми словами, которые я вам написал на бумажке. Повторите. Мне жена не верна. Да. Она нарушила супружеский долг, и поэтому должна... Подождите. Слово «долг» тяните. Это может произвести очень сильное впечатление на судей. Еще раз. Моя жена при исполнении супружеских обязанностей запрещена. В исполнении своих нарушений своего... Хорошо, не забудьте потянуть слово «долг». Тяните. Хватит, перетянули. Пусть войдут господин Багдасар и мадам Ануйш. Мы
члены суда и прокурорского совета, желаем выслушать вашу аргументацию касательно поведения, усвоенного вами по отношению к жене. Поведение, противоречащего духу нашего века. Поведение... Моя жена... не способного найти себе оправдание в глазах просвещенного мира. Что вы на это ответите, господин Багдасар? А? Моя жена при исполнении супружеских обязанностей изобличена в исполнении своих нарушений. Неубедительно. Я хочу. Не вводите нас в заблуждение. Это преступление. Вы в присутственном месте. Ой, Боже. Следовательно, надлежит избавить меня от моей жены, чтобы я мог взять себе другую. Другую. Другую женщину. Другую женщину себе. Уважаемые судьи, я готова простить моего мужа и быть его обездоленным детям ласковой матерью. Конечно, при условии, что он мне обещает никогда, никогда не обижать меня больше. Мой дорогой мучитель. Не трогай меня! Какое великодушие! Очаровательная женщина и кроткая. Такие беспомощные создания попадают в руки бездушных варваров. Это верно. Вы, господин Багдасар, не оценили бесценное сокровище, которое вам послала судьба. Кофе, господа. Да, напряжение нарастает. Как любит говорить адвокат Оксен, дело осложняется, денег прибавляется. Измена и та требует индивидуального подхода, творческого подхода. И в этом, как никто, преуспевают красивые женщины. Неистощима, бесконечна их изобретательность. Это поистине дар Божий. Ай, моя бедная, моя несчастная госпожа, какое горе! Что случилось? В чем дело? Господи! Что? Что случилось? Что с вами, мадам? Сердце висит на волоске. Кто висит на волоске? Никто висит, а что висит? И давно висит. Неважно, надо послушать сердце. Слушайте, слушайте. Стучит, стучит. Успокойтесь, дорогая. Он меня душил. Какая жестокость. Ну, это уж слишком. Уважаемые члены суда, позволю себе заметить, что для выяснения истины подобные действия вовсе не обязательны. И именем закона требую, чтобы вы покинули место предварительных процедур. Ха, да. Я буду жаловаться. И не куда-то, а прямо туда. А? Он еще угрожает. Прощелыга! Пардон! Стойте! Вы к ней не подойдете! К нашему глубокому прискорбию дело приняло неожиданный оборот. Оборот? Кто вам дал право так издеваться над этой святой женщиной, вашей женой? А что случилось? За что вы хотели ее задушить? Кто я? Да, вы! Я потрясен. Этого я от вас не ожидал. Ты? Если вы позволяете себе такое, когда мы в доме, то могу себе представить, как вы ее терзаете наедине. Вы верите, что я действительно ее хотел... Нехорошо. Неприлично. Неприлично. Поверьте, я ее даже пальцем не трогал. Трогали! Господин Кипар, будьте великодушны, проводите эту страдалицу в соседнюю комнату, пусть отдохнет. Сейчас главное успокоить ее. Это мой долг. А вам надлежит оставаться здесь, чтобы оградить людей от ваших зверств. Thank you.
bir pek parigin sesi şivayne Все считают, как мы знаем, женщину слабее. Но мужчин мы побеждаем слабостью своей. То одарим, то накажем, то откроем клад. То дорогу в рай покажем, то дорогу в ад. Девочки. Видала получше, слишком бойкие. Такую. Марта. Дуся. Полегче. Девочки, не приставайте напрасно к человеку. Не забывайте, что время деньги. Значит, договорились. Вы ждете моего сигнала. Держи. Господин Багдасар распускает слухи, порочащие меня. Говорит, что я персона, недостойная вращаться, в хорошем обществе. И я попрошу задать вопрос господину Багдасару, когда это я говорил ему, что люблю его жену? Что вы можете ответить, обвиняемый? Кто же станет мужу говорить, что любит его жену? Ваша жена сама вам сказала? Она не говорила. А как же вы узнали? Так ведь они встречались в доме свиданий. Не доказано. Не доказано. Доказано. Простите. Я прошу высокий суд восстановить мое доброе имя. И еще компенсацию. Я согласен на 500 золотых, чтобы отмыться от грязи. С меня довольно. Ничего не бойтесь, идите. А, вот ты где, Багдасар. Презренный, Багдасар, ты обманул мою дочь. Отойдите, что она хочет. Он нам не обещал жениться. Наша свадьба на днях. Не выйдет. Нет, выйдет. Шиш, это мой жених, дорогие судьи, меня. Это женщина, знать его живой не может. Какая наглость. Уйди, распутница, я выцарпаю вам обоим она глаза. Она угрожает. Господа судьи, я обманутая мать, обманутой дочери. Заставьте его жениться. Не делайте этого, я руки на себя наложу. Кого я любила. Сколько женщин обманул. И все под маской благородства. Он только через мой труп женится на его дочери. Ты тоже здесь? Он должен жениться на мне, господа судьи. Боже мой, моя дочь ждет ребенка. Это неправда. Багдасар, скажи, что это неправда. Я так тебя любила. Отдала тебе первое чувство в моей жизни. Все ложь! Никуда ты от нас не денешься, мы тебя не отпустим. Дело осложняется, денег прибавляется. Ах, вы мои крошки, ах, вы мои душки, ах, вы мои птички. Yeah!
сзади. Ура! Посмотрите, он свихнулся! Surachirunink mezi et mishtunink matyan is olde meberegudan adyan kashvadin men osasgin amar harga sha machunik manap miyai unink manchengine asan panes. Tan martik yev pohosnasur okteche inch kala ure achevza is kvervare ur inch kala kala inch esut yev chi što te sehima inch entas yev me yanku og martik zikeresuni nayat inchepe. Das jet net dem zovun mench garit zovun isku sirega ne oshak tange lavne yesiru iskeri gemet danjanke betke vochne du. Багдасар, стой! А? Пойди сюда! Ты не узнаешь меня? Как ты изменился? Тебя теперь и не узнать. Настоящим барином стал. Матеос, ты? Да-да, ты прав. Я важным стал. Теперь я господин Багдасар. Да, вижу. Хорошо живешь. Да. В белых перчатках по театрам хожу. Я. Все у меня есть. Свой дом и это... Жена тоже. И друзей у меня очень много. С адвокатами компанию вожу. И детей моих носят грузчики. Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Счастливый ты. Да, еще бы, очень счастливый. Такой счастливый, что... Высоко ты поднялся. А мельницу отца помнишь? Скрипит, бедная, разваливается. Я мельнику говорю, коли ты не дурак, беги ты, Петрос, отсюда. Посмотри на Багдасара, как он в люди вышел. Ты говоришь, скрипит мельница отца. Скрипит, Багдасар, скрипит. Старое стало, разваливается. Thank you.
Ha, 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 ha